John Farndon, and I'm just here to talk to you about this magazine, actually, it's OCA People, which is a specialist edition of the OCA magazine, which is an introducing a whole host of the wonderful artists we have involved in the Eurasian Creative Guild. And it's fascinating to see the range of artists, performers, public figures, artists, writers, filmmakers from all across Central Asia. And the professionalism with which Hertfordshire Press engaged with me as the writer gave me a lot of scope to make the right edits at the right time and to really publish a book that I'm happy with. Создана Евразийская творческая гильдия, объединяющая творческих людей со всех уголков Евразии. Пики Азии. Под таким названием в Великобритании впервые проходит выставка, где представлено более 50 работ мастеров искусств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Молдовы и России. Марат Ахмеджанов, основатель молодого, но уже всемирно известного издательства, которое продвигает творчество писателей Центральной Азии. Для меня была большая честь быть участником этого фестиваля, потому что я считаю, что обмен культурами между народами – это очень важный элемент нашей жизни. Данный фестиваль не только открывает Центральную Азию для Европы, для мира, а он позволяет открыть молодые таланты.